сзади сражаются два черных пояса. Нормально. Спиной к мату сидеть нельзя, сколько говорит ты? Легкий роллинг. Я говорил. Легкий роллинг у ребят. И вот вопрос. Через сколько эти двое начнут принципиально зарубаться, включаться, потеть, пыхтеть? Как вы думаете? В смысле? Мы и так включились. Ты просто нас плохо знаешь. Напоминаю, это тренировка с Даудом впервые за 6 лет. В России в таких случаях говорят, дай бог не последний. Ага. Но мы не в России. В России. Всем привет, мы находимся в Беркуте, у меня тут небольшие проблемы. Али пытается обойти мой гард.